Заявки на разбан? Ну ладно, давай. Фиксируем, заявки на разбан. Ох, осуждаю, блядь. Шкибеди туалета, пожалуйста. Пошел отсюда, блядь. Осуждаю. Извините, пожалуйста, я больше так не буду. Я все осознал и принял свою вину, тетей клянусь. 9.05 был забанен. Пошел отсюда. Зайди ко мне на стрим, ага. Я прошу разбанить меня, так как я просто хотел раздать контента. Да мне по***. Я же не писал запретки. Придурок, нет на***. Я же не писал запретки. Пошел. Снимите бан ПЖ. Нет. Нет. Вообще забанили по факту. Базара ноль. Я просто видел, что в чате банворды писали, их модеры не банили. Решила проверить. Охуенно проверила. Давай, посидишь. Я просто уточнил, запретка или нет. То, что я написал, это заготовка для лущения шпона. Это круглый лесоматериал по диаметру и длине, соответствующий технологическим параметрам станка. Чё нахуй? Какого нахуй станка? Все, давай, сиди, блядь. За что меня заблокали? Заблокали. Еблан, конечно. Мне друг сказал это написать, не знал, что это запретка. Верим. Всем чатам верим. Это даже не мой номер был. Да всем по***. Извините, модераторы, я писал быстро. Извиняюсь, хотел написать правильное животное, которое угадывал Дрейк. Верим? Ну, кстати, можно поверить, я думаю. Вот здесь можно поверить. Вот здесь можно поверить, потому что там реально было это слово. Выхухоль там было. Ладно, тут поверим. Первый раз бан за сегодня. Извини, Татыр же. Чел IP в чат кинул, сервера, понял. Простите, Паже, я просто хотел посмотреть, забанят сообщение или нет. Ну, посмотрел. Я трачу последний... Паже! Паже! Отсосал. Блин, блинский. Угу. Чел долб... сапкой, блядь. Это была шутка. Даже посмеялся. Разбан, не разбан. Разбан, не разбан. Сидит? Ну ладно, ничего такого на самом деле. Я больше не буду просить коллаб. ПЖ. Разбан? Я больше не буду просить коллаб, блядь. Да? Ну ладно. Если не будет просить, то ладно. Сори, не знал. Поймите и простите. Чел написал у Феромира больше онлайна. Да и пошел к этому, блядь. В общем, такая история. Живу в селе. Иногда моя свинка может зайти в мою комнату. Ее, кстати, зовут Анастасия. Она, наверное... Он, наверное, написал слово cold. Не знаю почему. Чего, блядь? А, ну чел писал cold. Верим? А, он это в начале... Пошел к этой, блядь. Гений, пошел. Я больше так не буду, вообще челы тоже так писали. Все челы, которые так писали, спали в бан. У меня старший брат за ПК сел и написал это. Верим, блядь. Верим, блядь. Угу. Старший брат, блядь. Простите, я новенький и не очень знаком с правилами. А, там клип с ванбордами был. Разбан, не разбан. За клип с ванбордами. Бан? А, ну ладно. Я больше не буду так. Угу. Верим. Хотел бы извиниться за клип с запреткой, так как не знал другого варианта показать момент с ванбордом другу, который не смотрел стрим. Я не знал, что нельзя делать клипы с запреткой. 5 IQ у чела. Так. Еще. Звучит правдоподобно. Ну вообще звучит, да. Ну ладно. На первый раз верим. Клип с ванвордами. Так. Здравствуйте, уважаемая модерация, или же сам Денис. Я на Твиче хоть сижу давно, но никогда не знал, что клипы показываются для всех, и вы можете их просматривать.
Никогда ранее абсолютно не получал банов. Прошу понять и проси, больше так в жизни делать клипы с банбордами. Мне правда очень жаль. Ладно. Так уж и быть. Я не знал, что нельзя отправлять... А, чел прям в чат его кидал. Не, вот за это не разбан. За что бан? За клип? Да ну... ПЖшка. Угу, ПЖшка. За пароли, я понимаю, но причем другие слова. Ты номер чат скинул. Разбаньте, пожалуйста, больше так не буду, я подумал над своим поведением. Нет. Разбаньте, пожалуйста, больше так не буду. Будешь. Уважаемые модераторы, прошу прощения за оскорбительные слова. Я не знал, что так писать не положено. Заранее спасибо. Верим? Нет. Дерзко банборд. Кто вот дерзко? А за что ты забанила? А, за никнейм, придурок. Я написал такой комментарий, потому что у меня отобрал телефон брат и написал это. Угу. Ну точно, 100%. 100% верим. Ладно, чел пишет нахуй. Здравствуйте, дорогие модераторы, и извиняюсь за свои слова. Не хотел писать запретку и нарушать правила. Мой любимый стример. Тоже... Еще раз извиняюсь за свои слова. Верим? Или сидит? Давайте, у меня есть в чате смайлики лайк-дизлайк из этого из Brawl Stars. Лайк, когда, короче, разбан. Дизлайк, когда бан. Давайте так. Давайте так. Лайк, когда этот самый. Ну, через 7TV. Так, вот дизлайки кидают, ладно. Дизлайки, так дизлайки, блядь. На тот момент сидел мой младший брат в Твиче. Угу. Верим? Очередной родственник. Я думаю, дизлайк. Я думаю, дизлайк. Там была индейка, подгоревшая в печи. Я про нее написал. 01.02.23. Ладно, чел отсидел. Горю желанием объясниться за данное высказывание. Видите ли, у меня привычка очень быстро печатать сообщения, из-за чего я ошибаюсь. Стримеру сообщили про выход новой части хейтеров, и я, как человек, который всегда ответит на все вопросы, отвечаю, с кем вышел этот видеоматериал. Ладно. Да не пишите Е, пишите лайк, дизлайк. А, осуждаю. Соли, какие соли, блядь. Я болить себе не буду. Угу. Я долбик больше не буду. Нет. Я знакомился с правилами Твича и не нарушу правила. Максим, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 3. Верим? Не верим. Простите меня, боже. Я... Это не я, это Эль Прима. Угу. Ладно, блядь. А за что? Я просто не очень поняла. Подписывайся на мой телеграм. А, это рофл. Ну ладно. Тут можно разбанить. Сори, я случайно больше не буду. Верим. За хорошую историю. Короче, иду я вчера домой с рыбалки, захожу в магаз, покупаю кириешки, вижу на... А, ладно. Угу. За что? Там мазяка грустит. Ну, потому что у тебя... В номере ник... этот самый... Никнейм... В никнейме номер, нахуй! Прошу извинения, больше так не буду делать, простите. Мазелов умер, блядь. Я врубил вентиляторы в ТГ-канале, но они не поняли прикола и забанили. Чел написал, смотрите, сколько, извините. Чё делаем? Ну ладно. Ну блин, помилуйте. Нет. Все по факту сказал. Да пошел ты, блядь. Придурок. Я больше так не буду, извините. Нет. Здравствуйте, модерация, подписан, часто попадаю на стримы. Извините, пожалуйста, я больше так не буду. Ну что он скидывал, это миньон, блядь? Ну ладно. Простите, модерация, я без чата, как без автомат, без патронов. Можете меня разбанить. Надо же было нахуй тот самый написать. Банворд написал по рофлу. 11.01 забанен, кстати. Ну уже нормально сидит так-то. Ну ладно, первый раз прощаю. Простите, пожалуйста, забыл, на какой платформе сижу. Вот тут не верим, блядь. Понятно.
понятно. Многоуважаемые модераторы данного Twitch-канала, я прошу вас разбанить данный аккаунт, клянусь, что больше не буду... А что он написал? А, зайди на стрим, блядь. А, 08.08.23, ладно, сидел. Так, прошу вас разблокировать меня на данном канале. А за что? А, модеры, я ваших мам бум-бум. Сорл банит пользователя. Причина, а я твоего папу бум-бум. И чё, если разбаните, готов Сорлу сдонатить 100 рублей. Ну ладно, пусть донатит Сорлу 100 рублей. Просто. Так, ну, просто. Админ, как думаешь, какого цвета на мне трусы? Пиздец. Админ. Прошу прощения. Его это писал не я, а друг. Верим. Я извиняюсь, я просто решил проверить. Посиди. Я раскаиваюсь. Не верим. Я и повелся на тупой байт. А, это за то, что чел написал мне 5 лет? Так его Twitch забанит. Петра, похуй. Я разбанил. Зайдите на стрим, пожалуйста. Нет. Уважаемая администрация, начал писать банвор для проверки, придет бан или нет. Угу. Какой нахуй проверки, вы заеб... Он будет вообще смотреть клип Дани и Брайна? В заявке на разбан тип написал, блядь. Вообще придурочный, блядь. Дурак. Но его забанили 11-12-23. Почту кидал номер? Не, пошел. Все, сиди. IP сервера. О, гандпи кидал, пошел. Нет. Только на стрим зашел, почему бан-то? Понятно, блядь. Больше так не буду, пожар разбаньте. Нет. Простите, мне не 5. Ладно, разбаню, блядь. Я забайтился. Ладно, вот этих, которые 5 лет писали, блядь. Мне не 5 лет. Ладно, вот этих всех 5-леток разбаню. Ну, которые не, которым не 5 лет. Ку-тварь. Причина 5 лет. А за что ты забанил, Сорл? Схуяли, 5 лет забанили, блядь. Да он даже не написал этого, блядь. Он написал ку тварь. А за что, блядь? Ну ладно, разбаню. Да не пишите эту хуйню. Рофлил. Да, рофлился. Я понимаю, что сделал не лучшим образом. Хочу извиниться песней. Спасибо большое заранее. Ну-ка, блядь. Так, ну-ка, вот такого еще не было, блядь. Блять, охуенно. Все мои ошибки и заблуждения. Реально Макс как будто пел, блять. Нашу любовь на части. Теперь для меня только пустота. Всяко рядом нет, и больше смысла нет. Хор. Прости меня. Так-то охуенно. Мой чад, прости за все плохие слова. Что лились вновь. Простите меня, мои прекрасные друзья. Я так сожалею, не хочу вернуться к вам. Охуенно. Ох, ебать, еще в конце шепотом. Чат. Бля, не, хорош, ладно, бля, хорош. Это хорошо. Это хорошо. Какашки. Понятно, блядь. Можно разбан, ПЖ, я так не буду. Да иди с такими заявками, блядь. Разбаньте. Ну вот это... А, он еще и банворд написал, ебать.
Я Сигма. Ой. И вообще я плохой мальчик. Блять, еще и мальчик! Сука, придурок, блять. Не, посиди пока, блять. Так, осуждаю свои слова, я не знал, что это слово является запреткой. Не, просто пошел, блять. Случайно отправил ссылки, больше там не буду, так не буду. Яндекс Видео превью. Хочу писать осу, осуждать хочу. Дурак какой-то нахуй. Ты что с ним делать? Что с ним делать? Хочу писать, осуждаю. В рот дать. Ну ладно, согласен. Прошу прощения, разблокируйте, пожалуйста. Я пенис, я пенис. А за что бан? А, вот за это? Чё-то ты его поздно забанила, блядь, нет? А за что? Он писал, я пенис. А, мог ник сменить. Ну ладно, разбаним. Извините, пожалуйста, больше так не буду. Угу, верим. Размут, пожалуйста, умоляю. Размут, пожалуйста, пишет чел, блядь. Размут. Нет. Ага, понятно, пошел. Все, извиняюсь, никогда так делать не буду. Угу. Отсосал. У тебя модерация хуй три раза запретку написал, меня только на третий забанили. Пиздец. Пошел нахуй. Простите, не первый раз. Что? Паже. Бан на втором канале. 06.01.23. Ладно, блядь, сидел. Меня забанили за случайность, забыл поменять язык с английского на русский. Так его за клип забанили, блядь. Сиди, блядь. Пожалуйста, разбаньте, хочу делать ставки. Пожалуй, мне некомфортно без чата. Не, его недавно забанили, посидит. Простите, я не знал, за что банят. Угу. Верим? Вот это мы верим или нет? Он отправил грустную скобку. Вот это мы верим или нет? Нет? Ладно. Розбань, Паже! Угу. Простите, пожалуйста, за написание банворда. Прошу разблокировать. Нет. Простите, я впервые на стримах. Больше не знал, больше не повторится. Сигмабой 829. Ну ты подрасти сначала, блядь. Я больше не буду ничего такого писать, буду задавать вопросы. А что он написал, интересно, на втором канале, блядь? Буду задавать вопросы, блядь. Глянь. Ну ладно, позвоню, блядь. Хочу разблокировку чата, больше не буду писать запретки. Не верим. Прочитав сообщение выше, ты подумаешь, что я недостоин разблокировки. Это правда. В контексте банворды можно использовать, ты долб***ь, блядь. В контексте, говорит. А за что его забанили? А за что его забанили? Ну ладно, разбан. Здравствуйте, дорогие комментарии модеров. Но я не прочекал. Сожалею, что написал Кей. Какой Кей, Артём? Бабочки в животе? Так. Все, сиди, блядь. Не прочитал правила чата, каюсь. 11-12. Ну ладно, ладно, разбаним, блядь. Давно был забанен. Проверял работоспособность банов. Угу, проверил, блядь. Считаю, что заслужил разблокировки, так как все осознал. Седьмой раз переписываю. Да не, все, сиди, блядь. Какой-то написал. Я же неправильно написал. Устал дрочить на обычное порно. Придурок.
Так, я... А, все, последнее. Сорянчик, со мной воюет булочка сосиску. Угу. Все. А, нет, еще две, блядь. Я не опубликовал клип и не знал, что его будет видно, простите. 03.04.23. Ладно, разбан. Здравствуйте, и сам Дрейк, прошу извинения. Угу. Нет. Все! Есть, блядь! Выполнили, выполнили норматив. Есть, блядь. Есть, блядь. Сюда. 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 Дело сделано, блядь.